Жаркая погода заставила тысячи тверичан потянуться к водоемам, но, к сожалению, не все при этом помнят о тех угрозах, которые таит отдых на воде. Поэтому в Твери усилен контроль за соблюдением мер безопасности на водных объектах. В администрациях районов Твери созданы мониторинговые группы, которые одновременно со спасателями проводят профилактическую разъяснительную работу с населением о мерах безопасного поведения в местах массового отдыха, а также необходимости дополнительного контроля и присмотра за детьми при нахождении на водных объектах. В зоне контроля спасательных отрядов находится порядка 15 километров береговой линии, где расположены наиболее востребованные горожанами территории для отдыха у воды. Также спасатели проверяют еще порядка 20 мест и прибрежных зон. На наш город буквально навалилась аномальная жара, и поэтому хотелось бы еще раз напомнить простые правила предосторожности для всех жителей и особенно детей нашего города. При нырянии, плавании, пожалуйста, избегайте тех мест, в которых вы никогда не купались и не ныряли. В Главном управлении МЧС России по Тверской области обращают особое внимание родителей. Не отпускайте детей без присмотра. Внимательно следите за их поведением на водных объектах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также при обнаружении детей в ситуации потенциальной опасности, необходимо сообщить в Единую службу спасения по телефону 112, в Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 39 99 99.